причастный оборот, отвечает на вопрос «какой?» и сколько слез пролито в связи с этим правилом. Запомните, причастный оборот обособляется только в одной позиции, после определяемого слова. Ищем, про кого говорится. Кто? Человек. Человек какой? Знающий все правила. Причастный оборот стоит после определяемого слова, значит, нужны запятые. Если же причастный оборот стоит перед определяемым словом, человек какой, знающий все правила, то ничего не ставим. Запомните, причастный оборот уперся в своего определяемого, ничего не будет. А если вот он убегает, определяемое его тормозит запятыми. Тогда не забудете.